Всем привет! Все никак не могу выбраться на водоем. Погодные условия у нас в эту зиму очень-очень плохие. Ну и думаю, да, вечером займу себя чем-нибудь и изготовлю удочку, что ли. Ну и первый вопрос. Из чего изготовить? Не хотелось мне пилить всякие магазинные удочки. Ну, долго не стоял вопрос. Из чего? Из пластика. Ну а пластику кругом, зубные щетки, плечки для одежды, так называемые вешалки. Масса пластика. Ну и у меня валялся вот такой кусок трубы. Я не знаю, откуда она. Вот желтая полоса какая-то, белая. Толщина стенки у нее 6 миллиметров. И вот из этой трубы я сделал подшпульный узел. Вот они, заготовки у меня. Всевозможные, вот и гаечки выпиливал из нее, и шпильки резьбу нарезал кругом. Так что отличный материал. Все знают, что он не ломается, он только гнется. Сломать его практически невозможно. Ну и еще, думаю, сделать саму шпульку. Тоже долго вопрос не стоял. А вот леску покупаем. Вот. И из нее, думаю, дай-ка изготовлю. Потому что она широкая. Ну, вроде как поуже сделать ее. И вот из этой шпульки изготовил эту шпульку. Ну вот, как я уже сказал, обычно берут магазинные удочки, отрезают кусок, именно этот подшпульный узел, и уже при помощи его воплощают свои идеи, изготавливая свои удильники. Но мне жалко стало портить магазинную удочку, тем более она очень хорошая. Я решил изготовить все сам и начал со шпули. Обрезаю кромку шпули по кругу, чтобы в дальнейшем ее уменьшить. А потом при помощи суперклея склею. Ну, чтобы уменьшить ее, у шпули есть ребра жесткости. И вот по этим ребрам жесткости, по кругу, тоже отпиливаю часть этой шпульки. Так, ну отпилил. Эта часть уже не нужна. Ее можно отложить. Ну, а эти две половинки, как я уже сказал, при помощи суперклея склеим. И получится тоненькая, хорошенькая шпулька. То, что надо. Предварительно зачистив наждачной бумагой края заготовки, наношу по кругу суперклей. Ну и, естественно, склеиваю и получаю вот такую вот интересную маленькую шпульку. То, что и хотел. Клей держится прочно. Не сломается, не развалится, не расклеится. Ну, далее насверлю отверстий, чтобы снег выдувать, выбивать. И впоследствии при помощи круглого надфиля окультурю эти отверстия. Далее вот как раз вырезаю полоску от этой трубы. Вот такую вот, чтобы впоследствии нарезать на ней резьбу. Но прежде чем нарезать резьбу, надо вот эти острые углы, ну, ножом соскоблить, сделать ее более круглой. Ну, а потом при помощи плашки М6 легко
Нарезать резьбу. Пластик нарезается очень-очень легко, практически руками. Ну вот шпилька готова, резьба нарезана. Теперь из этого же куска трубы отрезаю такой вот прямоугольник. Высверлю в нем отверстие. И также метчиком М6 нарежу резьбу, чтобы впоследствии вкрутить шпильку в этот прямоугольник, на котором будет прикреплен хлыстик. Так как у шпули отверстие большое, тоже из этого же куска трубы изготовлю втулочку. Отпилю квадратик, просверлю резьбу, срежу углы, ну и на болгарке либо на наждачной бумаге округлю. И на выходе получу вот такую вот втулку, впоследствии которую вставлю внутрь шпули и при помощи суперклея и соды прочно приклеится втулка внутри шпули. И тогда уже она сидит с наименьшими люфтами. Также изготовлю гайку из этой же куска трубы и нарезаю в этом прямоугольнике резьбу метчиком М6, такую же, как и на шпильке. Потом я вкручу шпильку в этот прямоугольник настолько, насколько нужно. Ну а дальше остатки обрезаю и можно приклеить суперклеем обрезанный участок или припалить зажигалкой, пластик заплавится и шпилька уже оттуда не выкрутится. Ну, собрав узел, все мне понравилось, все крутится, скользит хорошо. Ну и дальше изготовлю из пробки рукоятку, ручку, склеив пробки, просверлив отверстие, также вставив в дрель и наждачкой придаю некую форму и немного шлифую ее. Впоследствии это все забьется стружкой от пробки и заклеится. Также вставляю в рукоятку хлыст. Хлыст очень упругий. Можно на эпоксидный клей, можно и на суперклей. Будет держаться. Засыпать все крошкой от пробки и пролить клеем. Ну и примерив подшпульный узел на сам шестик, предварительно собрав полностью. Этот узел примеряю его впоследствии под хлыстик, под этот шестик проточу канавку, также надфилем, ну можно болгаркой, и на суперклей или также на эпоксидную смолу все это можно приклеить. Ну, клеить, проливать клеем, посыпать содой, потом опять проливать клеем, и будет прочно. Ну или эпоксидкой. Ну и потом все это дело обточил, окультурил, так скажем, чтобы аккуратненько получилось. Ну и в итоге вот такая вот интересная удочка. Легенькая, хорошая. Ну и при первой возможности попаду на рыбалку, обязательно на нее половлю. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем удачных рыбалок, ни хвоста, ни чешуи. Пока. Увидимся в следующем видео.